Надо помогать краю, коллеги. Многие из вас ходят на стадионы болеть за наши клубы. Многие ваши дети ходят в детско-юношеские школы. Да и вообще все мы ходим по одним улицам, живем в одном городе, преимущественно в Хабаровске, правда? Надо делиться. Хоккейный клуб «Амур», хоккейный клуб «СКА Нефтяник», футбольный клуб «СКА Хабаровск» ждут спонсоров. Наш детско-юношеский спорт ждет ваших денежек, уважаемые банкиры. Наша медицина ждет ваших денежек. Благоустройство городов и рабочих поселков тоже ждет ваших денежек. Тут, как говорится, дело добровольное — помогать родному краю, но помогать надо. В эту сторону нужно посмотреть. И я в эту сторону смотрю вместе с правительством Хабаровского края.